На вечной стоянке застыл легендарный крейсер революции. Когда б не грянул залп «Авроры», что возвестил советский строй, тогда б в космическом просторе не прогремел бы залп другой. Космических братьев, пионеров освоения Вселенной, тепло приветствовал экипаж корабля. И первый комиссар «Авроры» Александр Викторович Белышев. Ветеран революции, герой социалистического труда, поделился с космонавтами воспоминаниями о незабываемых днях Великого Октября. Хозяевам на память останутся фотографии, а гости увезут с собой не только теплоту встречи, но и памятные подарки.